А в Белой Церкви прогремел взрыв. Поздно вечером муж с женой выгуливали собаку и у ворот одного из домов увидели кирпич. Мужчина хотел убрать его, но как только поднял, раздался взрыв, сработало самодельное устройство. Супруги получили осколочные ранения различной степени тяжести. А в Ривненской области неизвестные бросили гранату на крышу частного дома. Услышав взрыв, хозяин вышел во двор и увидел поврежденную кровлю. В доме находились также его сыновья и невестка. Никто не пострадал. По предварительной информации, это была граната РГД-5. Обломки направили на экспертизу.